Всем привет-привет! С вами Флешка, и это «Женские игры», и мы продолжаем развлекаться на сборочке «Колоссальный опыт». В общем, я уже собрала огромную коллекцию, коллекцию всяческих животинок, но, к сожалению, закрыть вторую ветку семян у меня не получается. Почему? Потому что резина все так же недоступна, я не понимаю, откуда ее взять. Нет, на самом деле, вот такую резину, которую просят в квесте, я не понимаю, где взять. Нету этого дерева здесь. Нету его. Просто нету. Я уже пробовала всякое, но даже саплинга нету. Возможно, один из скрытых. Но, в общем, не в резине беда. Беда в ванильных черепашках. Я думала, что я самая умная призову через ритуал вот этого рождения черепашку, но, блин, на призыв черепашки нужно что? Нужно чешуйка черепашки. Я не встречала ни одной черепашки. Я сгенерировала просто неприличное количество территорий. Это где-то 4000 блоков от меня. Вот там. Еще я столкнулась с проблемой блицов, близов и басальтов, термаловских вот этих летающих штуковин. Облетала тут весь мир, насиловала снежные биомы как только могла, и они не спавнятся в овере. Я такая, что происходит? Потом смотрю в систему, у меня есть их дроп. Я такая, откуда? И вспомнила, что, собственно, из ада. В аду они спавнятся, даже снежные, не поверите. Поставила здесь один Black Hole Tank, чтобы копилось, потому что этот танк, у него всего лишь там 32 ведра, плюс в этой штуке хранится чуть-чуть. Вот. Итак, я занималась вот заданиями на семечки, развлекалась как только могла, закончила этот большой танк Гаргантюа, потому что у меня есть автокрафт. Вот, а также закончила эти из Mystical Agriculture, эти мультитулы, они как-то там паксель называются, я уже убрала их рецепты с автокрафта, потому что зачем занимать эти паттерны, если я не буду их использовать. Вот, что еще, наубивала всяческих животных, издевалась над драконами, как только могла, закрыла ветку вандов, потому что они неинтересны. Ну, разве что этот вант, ускоряющий время, но он за энергию. Хотя, если энергию привязать... Хотя, нет, звучит интересно. У нас же флакс-сеть, можно привязать эту палку к панельке и бесконечно ускорять. Звучит как план. Так что с этой кучей выполненных заданий я бы хотела забрать сумочки и посмотреть, чем меня порадует. И заняться сегодня X-нетом. Как бы это странно для меня не звучало. Страшный мод. Ужас, сколько я наделала. Шанс кубы меня абсолютно не радует, поэтому я не хочу их открывать больше. Здесь я немножечко переделала. Я попыталась сделать через сусликовские трубы. Сделала, в общем, здесь такой... полный потолок, и они, я сделала ключик из этого мода, там ставится блок между трубами, то есть по большому счету можно было это настроить, но что-то мне не очень понравилось, и производительность у меня очень начала тупить, и я вернулась к механизмовским трубам. Попробовала трубы еще из Refined, там какие-то дополнительные есть, но они тоже мне не понравились, они не взаимодействуют с хопперами. Вернулась к сундукам, пущай, работает. Ender Chest, оно отправляется сразу... Ой, выбросила. Оно отправляется сразу в систему. Он с горем пополам, но справляется. Нужно будет сделать апгрейдов, но это нужно ворваться в ботанию. А мы туда еще, по сути, не врывались. Так что давайте открываем все сумочки и посмотрим, чем нас порадует. Я постараюсь быстренько. Столько всего разного валится, что я потом очень долго разбираю этот сундук. Или просто забиваю и скидываю туда вообще весь хлам из моих походов. Но время от времени все равно приходится разбирать.
Очень много мебели. Зачем мне столько мебели? Я вот надеюсь, что, может, мне из сумок упадет что-то связанное с черепашкой. И также я не понимаю, как добыть кусочки из реликвари. Есть еще надежда на вуд, но очень-очень слабенькая. Что-то я не пытаю прям больших надежд на вуд. Еще в термалочке есть несколько заданий, которые невозможно закрыть. Они просто вот этими неизвестными знаками светятся. Автор сборки в Дискорде написал, что он будет обновлять сборку, будет решать эти проблемы, но обнова будет такое, что как бы все сейвы пойдут лесом после этого. Поэтому обнова нам не светит. Как-то так. Я что, в сундук не влезу, что ли? У нас есть еще сундук. Также, да, как я и предполагала, проблема в том, что я не могла поймать водного дракона, что я тыкала именно на блок воды. Я исправилась, выманила его на сухое пространство, на островочек маленький. Знаете, в океанах бывают такие маленькие островочки песчаные. Вот, выманила его, и он прекрасно залез в шарик, и я смогла его скопировать и набить всех нужных мне чешуек. Что не может не радовать. Ау! Что это? Радиация? Что мы такое вытащили? А вот это интересно. Что это было? Опа, опа, опа. Оно меня убьет, что ли? На 2 минуты? Ничего себе! Так, давайте я прикину, что тут интересного выпало, и покажу вам. Итак, чем меня порадовали? В принципе, достаточно много интересных вещей. Вот эта штука, которая пыталась меня убить, ураниум. Видимо, что-то еще было, потому что меня 2 раза начинало убивать. А может и нет. Итак, опять куча адванснутых, прокачанных, элитных и так далее машинок из механизма. Имбьюер и пульверайзер из термалочки, ну окей. Самое крутое это апгрейд на скорость, пригодится. Наковальня, которая чинит за энергию. И автокликер из клик-машин, штуковина, которая должна как бы, ну понятно, кликать. Какие у нее настройки? То есть кем что? И под шифтом. И можно даже чем оно будет кликать. Это в принципе круто. Это в принципе круто. То есть она как убивать может, так и что-то активировать, юзать и так далее. Диск-манипулятор из Refinder, но самое крутое это вот это. Что? 16 миллионов 384 штучки. Дайте две. Пошли, сразу поставим в систему, и можно уже не переживать. Все сразу кидать в систему. Мне никогда этого не забить. По крайней мере, на этом прохождении. Вот. А сейчас займемся с вами X-нетом. Это, кажется, Красная Луна. Отлично. Не судите меня строго. X-нет выглядит как что-то очень узконаправленное для программистов и абсолютно не для таких, как я. Но я попыталась вникнуть в то, что происходит. У меня оказалось, что выпадали вот эти контроллеры. Вот, но мне понадобится 4 штуки, потому что у меня есть идея. В общем, автор упорот сборки. И нам, чтобы закрыть, ну как бы хотя бы попытаться закрыть, нужно сделать вот такую штуку. На много-много-много-много. Она делается из много-много, а потом еще много-много, и потом это все много-много, но все сделано на Mystical Agriculture алтаре. Это просто упорин упористостый, потому что сам этот эффект слияния, он идет где-то 5 секунд. Что-то мы там сели с ребятами, посчитали, только для ветки Applied, а я не говорю про Refined, это нужно около... Сколько я там писала? 200 часов, что-то такое. Вот. Значит, нужно что-то с этим делать. Будем как-то пытаться автоматизировать эти алтари. С хопперами у меня не получилось. Попытаемся по-другому. Итак, нам нужен контроллер. Причем нам нужно 4 штуки. Вот это есть. Нам нужны вот такие 4 штучки. Это компресснутый обсидиан. Окей. Я могу его как-то компресснуть?
Прям компресснуть, компресснуть. Какой у нас получится? Из компрессума. Отлично. Ой, а мне казалось, что у меня обсидиана просто вагон. Так и есть. А это что? А, это уголь был. Флешка компресснула компресснутый уголь. Окей. 4 штучки забираем. Пока что нам только контроллер понадобится. Я думаю, что мы и остальные машинки сделаем. Посмотрим, как нам на них хватит ресурсов. Ноу. Оно делается в столике. Окей. Как вы и предполагали, теперь рецепты работают прекрасно. Вот если по размеру как бы столик. Как бы это ни звучало. Зачем я это сделала? Жмак. 4 штучки. Отлично. Возвращаемся в систему. Нам нужно 4 контроллера. Пожалуйста. Ей! У меня один уже был, поэтому не ей. Ну окей. Так, что еще нам предлагают сделать отсюда? Еще нам предлагают сделать... Почему именно blue коннекторы? Нету значения, какие коннекторы вы сделаете. Это просто, чтобы они между собой не соединялись. Но если говорят blue коннекторы, так... Почему он через Ender Chest? Он через обычный chest должен делаться. Chest. Пожалуйста, не надо через Ender Chest. Упоротые крафты. И у нас не хватило голубого красителя. А что, через ляпис не пойдет? А почему через ляпис не пойдет? Через ляпис не идет. Вы посмотрите на него. Окей. Не зря растили, как говорится. Не зря растили. Замечательно. Будут у нас голубенькие кабелечки. Только надо подправить сундук, который нам нужен. И нам не столько их нужно, но пускай. Что дальше требует по заданию? Требует по заданию коннектор Upgrade Kit. В общем, он апгрейдит наш коннектор от обычного к advanced-тому. Вот. Дальше нам предлагают сделать голубые network кабеля. Обязательно нам нужно будет все это связывать. И у меня опять закончилась эта штука. Мало растила. Мало флешка. Отлично. Я думаю, что этого хватит для начала. И также предлагают мне сделать роутинг. Network кабель. Оно еще как-то по сети может связываться. Но, честно говоря, я... так глубоко в это не вникала. Я увидела, что у меня работает то, что я запланировала, и успокоилась. Теперь нам нужно сделать advanced-нутый. Advanced-нутый с того же попробуем сделать. У меня есть такой голубенький. Ей! Задание выполнено. У advanced-нутого настроечек больше, но они не сильно нужны мне. Нужно 2 роутера, которые... по сути, должны между собой соединяться, и нужно еще вот этих машин-кейсингов. И сюда тоже машин-кейсинги. Окей. Ну вот, собственно, и все задания. Я доделала эти роутер всяческие штучки, но они мне сейчас не понадобятся. Сейчас я возьму 4 алтаря, 4 отдельных системы, потому что я не знаю, у меня все в голове спутается, когда они будут в одной системе. Я их сделаю раздельно, но при большом желании это можно сделать в одной системе. И я сделала тут специальную комнатку для этого дела. Хочу эти алтари сделать столбиком, горочкой, башенкой. В общем, хочу их вверх делать, потому что по площади размазывать это будет огромное количество места. И, честно говоря, даже не знаю, как их размещать-то в воздухе так. Наверное, нужно начинать с нижнего, приподнять его на один блок и тогда начинать. Посмотрю размещение этих столбиков. Вот, в принципе, вот так вот отлично. Отлично, вот на этом блоке нужно ориентироваться. И от него плясать. А у меня просто нечего поставить. Замечательно. Вот как-то так. Значит, что? Я размещаю сейчас вот эти алтари с промежутком между ними, чтобы у меня не путались провода. И попробуем это подключить. Итак, алтари наши на месте. Начинаем. Нужно собрать нашу первую систему. Вот где-то здесь, я думаю.
У меня будет 4 хранилища под ресурсы. И я думаю, что я буду в плоскости это размещать на полу. Итак, центр системы, наше ядро. Ядру нужна запитка обязательно, энергия. Держи, кушай, не обляпайся. Теперь у нас огромная-огромная сеть, и этого должно хватить. Дальше, что у нас будет? На первом алтаре я буду делать первые вот эти части. Значит, мне нужно под каждый ресурс по сундуку, то есть 4 ресурса у нас получается. Раз, два, три, четыре. И один сундук с выходом. Почему его ставлю выше? Потому что он потом будет одним из ресурсов следующего круга. Вот. На каждое из хранилищ нужно поставить коннектор. Вот, ставим на хранилище коннектор. И, например, здесь я напишу. У нас в крафте здесь redstone. Силикон. Стекло. И что там последнее? Железо. Вот это особенное железо. Вот, это все наши штучки. Плюс нужно подключиться ко всем этим алтарям и пьедесталам. Ой, не смотрите на эти ужасы. Флешка рыла, как крот. Вот, под все алтари сейчас подключимся. И их тоже подписать. Их не обязательно подписывать. Не думайте, подписывать не обязательно. Просто я явно запутаюсь, если они не будут подписаны. Вот, мне обязательно нужно точно знать, кто что и за что отвечает. Вот, подписываем все эти. Подключаем, точнее, уберем. Остальные, это все шло у нас коннекторами. Вот. Теперь осталось только соединить это все соединительными проводами между собой. Можно как-то через центр. Все равно нам нужно вывести отсюда это. И подсоединить. Ой, к этому тоже нужно. Видите, сам кабель без ничего не подключится. Здесь у нас будет, как он называется, 1К. 1К. И все. К самому этому оно подключается автоматически, потому что с ним оно никак, ну, ничего из него вытаскивать не будет. Ему просто нужно как центру управления знать, что здесь есть. Итак, у нас есть вот такая страшная штука, где отображены все наши хранилища, все штуки, которые подсоединены к нему. Эта система работает как с энергией, так с жидкостями, с предметами, условиями. Вы можете сказать, что там, если в каком-то сундуке меньше, чем это, то тогда нужно сделать, чтобы отправлялось, забиралось, держалось какое-то количество. Это уже высший уровень, это не мой. У нас очень простая система. Нам нужно запихивать предметы и вытаскивать предметы. Все очень просто. Все очень просто. Итак, первый канал. Создаем первый канал. Он у нас будет предметный. Создали. Отлично. Отключаем его, чтобы он ничего не делал пока что. Значит, у нас есть сундуки. И мне нужно вытащить все эти предметы. Значит, силикон, редстоун, стекло, железо. Это для начала все. И, собственно, продукт, который у нас должен получиться. И теперь в этом первом канале, который работает с предметами, мы указываем, что с сундука под названием Redstone мы создаем канал, мы будем отсюда экстрактить. Что будем экстрактить? Будем экстрактить Redstone. Можно настраивать этой штукой можно сортировать зачаренные вещи, я так понимаю. Можем сказать, что мы будем один предмет брать, или же будем брать стеками, с каким промежутком времени будем делать. В общем, настроек куча. Ох, не для моего ума. Следующий у нас силикон. Также создать экстракт. Указываю, что. Сейчас у меня
whitelist можно переключить на blacklist. И так прохожусь по всем. Create, экстракт, стекло, настроили. Следующий у нас железо. Create, экстракт, железо. А вот этот красавчик у нас будет работать в этой системе на insert. То есть сюда мы инсертим вот это. Замечательно, с этим разобрались. Теперь я бы хотела подписать пьедесталы, потому что пьедесталы у меня не подписаны. Значит, в этом рецепте у нас идет 3 стекла, 4 силикона и 1 железо. И я так и подпишу. Glass 1, Glass 2, Glass 3 и так далее. И все подписаны, теперь мы видим их в сети подписанными. Отлично. Значит, здесь выбираем, создаем, insert. Мы работаем на что? На стекло. Отлично. Следующий. Create. Insert. Железо. И так прописываем все. И последний наш герой остался, это, собственно, алтарь. В алтарь мы будем инсертить сначала redstone, а потом в втором канале, который мы тоже настроим как айтемный, будем экстрактить уже готовый продукт. Куда мы его будем экстрактить? Мы его будем инсертить вот сюда. Тут настроено, куда оно должно пойти. И по большому счету оно уже пытается что-то экстрактнуть, но ему нечего экстрактнуть. По большому счету осталось только подвести redstone сигнал к этой штуке, потому что без нее она работать не будет. Подать и запустить эту штуку. Предметы пошли, процесс идет, закончился. И не забирает. Почему? Потому что у меня экстракт и инсерт в этот сундук были в разных каналах. Странно, мне кажется, в тестовом мире я делала так. Но в общем, видимо, они должны быть на одном канале. Но это работает. Это работает. И у меня производятся вот эти штучки. То есть забиваем сюда сундуки. И можем оставить себе на некоторое время, оно будет производить эти штуки. Осталось что сделать? Осталось повторить этот сетап еще 3 раза, чтобы дойти до 64-х. Прям всю линейку делать столько алтарей я не буду. Вы, в принципе, можете, но я явно не буду. Мне и этого будет достаточно. Я думаю, с этим я справлюсь, чтобы выполнить задание. Итак, тут возникла одна проблема. И проблема даже не в системе. Система работает отлично до какого-то момента. Вот, создаются эти штуки, а вот в нижней у меня все застряло. И это лечится только перезаходом. В чем проблема? Даже не видите рецепт. То есть в какой-то момент что-то сбивается, и рецепт просто отрубается. Все, и здесь, да, закончились части, потому что нижний не производит части. Этот доработает до конца. Он уже сделал 25 этих, 16 исторочных. Вот у меня есть одна 64. Я эту не запустила. В принципе, я могу ее запустить. Этот рецепт еще не сломался. Очень странно, эти алтари ломаются и вырубаются. То есть малейший сбой при подаче на алтарь, и все идет прахом. Как-то так. И вот этот момент отловить, что именно пошло не так, непонятно. У меня такое было, когда я хопперами пыталась это автоматизировать. Возможно, нужно сделать какую-то задержку между подачей и забором. То есть мы экстрактим отсюда 1К, а потом опять инсертим вот это.
Я, честно говоря, не знаю, как это настроить. Как сделать задержку между этими двумя операциями в этом? В принципе, эта штука работает. Пока не собьется. Что производит к сбоям? Да без понятия. Вот просто нету никаких идей. Каким решением будет? Пока что. Это, походу, последний пойдет заход. Да, последний заход. И все, у меня закончились эти четырехкашные. И вот это последнее 16-кашное. В результате у меня буквально где-то за часик, ну, пока я строила, оно потом работало, у меня сделалось 14,64 кашных. Это хороший результат на самом деле, потому что для задания нам надо... Вот 256-й, это у нас три этих штучки, это я уже сделала. А вот следующий, это по сути 9 этих штучек перекрафчены. То есть этот уже сделал. Теперь осталось дотопать до вот этой части. И это будет, ух, как весело. Ну, ничего, главное подкопить ресурсов. Самое длинное в этом всем это перезаходить, чтобы рецепт починился. То есть, когда я полностью закрою игру и войду обратно, рецепт починится. Как ни странно. Я не дала тебе редстоун сигнал. Серьезно? Ой, все, оно работает. Оно работает, не нужно перезаходить. Ура! Вот сейчас сделается три штучки там. Выскочит здесь последний. Нет, оно сломалось. Оно сломалось, смотрите. Оно жрет до последнего, и потом ничего не происходит. Нужно все-таки перезайти, чтобы рецепт попустило, чтобы я смогла его видеть. Вот сейчас этот открывается, а 1К не открывается. О, уже и 16К сломался. А чего он сломался? А, без понятия. Потому что он не может запуститься или что? Очень интересно, это работает. Другого способа автоматизации, кроме этого, я не нашла. Возможно, еще можно как-то через сам Refind, может, с каким-то отсроченным запуском, чтобы между моментом выставления на пьедесталы и моментом сбора была какая-то задержка и следующим выставлением. То есть проблема в чем? Мне нужно как-то разнести вот эти два действия. Может, здесь нужно как-то приоритет указать, но я не знаю как. Ой, можно было копировать клипборд. Но у нас чуть-чуть они различаются. Я не знаю, как указать приоритет между этими двумя действиями. Можно сделать раунд робин, приоритет и раунд робин. Нет, это скорее распределение предметов, в какой поочередности они будут идти. Над этим нужно подумать. Если у вас есть какие-то идеи по этому поводу, то советы приветствуются. Если вы пробовали такой сетап сделать, пробовали, не предполагали, а пробовали. Потому что я это тестила, и оно в тестовом мире у меня не ломалось. Здесь сломалось. Не знаю почему. Не знаю. Нужно разбираться и пробовать. В предыдущий раз, когда у меня с хопперами сломалось, все починилось только когда я снесла все. Не хочу здесь сносить. Здесь много сносить не буду. Попытаюсь это починить, но это, в принципе, не прям не полная победа над этим заданием, но такое чуть-чуть ближе к победе. А на этом все, ребятки. С вами была Флешка, и всем пока-пока.